что продолжается творческое сотрудничество Поволжского отделения Российской академии художеств и Родического музея. Не так давно здесь мы открывали «Красные ворота против течения», сегодня они уже в Тольятти. Но новое время, оно уже дает нам и новые проекты, и новую возможность говорить об искусстве, и традиционном академическом, и современном. К нашему счастью, продолжает работать персональная выставка Анатолия Васильевича Учаева, академика, народного художника. И когда мы ходили по его залу, наши московские друзья, кураторы выставки «Импарт» сказали, здесь есть работы, которые нам близки, здесь есть импартовские работы. И вот сегодня, наверное, вот этот момент тоже будет как-то еще обозначен, озвучен. Геометрическими элементами предвосхитил пиксели, которые потом появились в компьютерной графике. Также хочется надеяться, что и те работы, которые представлены здесь, и те авторы, которые, несомненно, имеют большой творческий потенциал, будут дальше расти и развиваться, тоже будут светить своей посещаемостью, своим интересом. И поблагодарить прессу хотелось бы, чтобы, пожалуй, очень адекватно реагировать и понимать журналистов, хотелось бы, чтобы эксперты по воде, а не по воде дальше, Yeah.